Бывшие жильцы сгоревшего московского дома на Никитском бульваре высказывают версии причины трагедии. По одной из них, во время возгорания люди в квартирах не отреагировали на пожарную сигнализацию. Ранее она срабатывала несколько раз, но никакого пожара тогда не было. Тем временем в доме специалисты изучают завалы, и расследование продолжается. Я напомню, так называемый «звездный дом» загорелся в ночь на понедельник. Погибли 8 человек, в том числе и 2 ребенка.